все в национальном нашем агентстве объяснили, Андрей. Мы не можем поставить, никто тебе не поставит. Вот так, красиво нас никого. But I understand everything, it's no problem. After some time you understand. And what is your profession? What you have to do with landfill gas or not? I'm a chemist. I'm a на магистральной живу, я вам говорю, 2 года назад, там ветер меняется, дышать нечем. Вот этот вот ветер, о, свалка или дымит. Заказали, она не огазит, да. Еще нет результата. Нет результата, на ту неделю заказали. Так, а с какой целью заказали? А нам надо полностью, если мы хотим работать дальше, вот как если мы будем ждать этот зеленый тариф, то есть и для канализационных установок, нам нужно назвать полностью весь газ. То есть элементы, все элементы, тысячные полностью. Очищается, и потом они дальше его используют. Мы его здесь тоже можем очищать. Но сам аппарат, который очистит, вот опять же, от серы, от парафина, от тяжелых примесей, чтобы этот газ можно использовать для автомобиля. Для вот метан, чтобы заправлять. То есть, это будет где-то в общей сложности стоит 50 миллионов. И тут сеть. Вот он идет так. Все, это потом. И когда он уже идет сюда газ, я просто уже пускаю через трассу газа и вот эту ванну. Так его. Генератор. Как он называется? Компрессорная. Компрессорная станция, только не пускаю не на свечку, а пускаю сюда на двигатель. Понимаете? Да, да, я все поняла. А остаток пойдет сюда. Вот этот остаток, как был такой, и пойдет по киоску протокола, а это уже моя украинская работа.